вчера приснился мне тревожный сон. Предстала я пред Богом для допроса. Он на меня смотрел, а я глядела в пол от страха в ожидании допроса. Ну что, пришла? И как там? Расскажи. Ой, грешна, Господь, и очень сильно. С грехами ты своими подожди. Про них я знаю, мне это посильно. Хочу спросить тебя я о другом. Понравились тебе мои творения? Я создавал их на земле с умом. Для радости, любви, для наслаждения. Я сотворил чудесные закаты. Ты любовалась ими или нет? А оценила гром, его раскаты? А созерцала поутру рассвет? Придумал я диковинных животных, водопады нереальной красоты, птиц редких, обитателей подводных, невероятные деревья и цветы, пещеры, горы и природные каньоны, лес, джунгли, океаны и моря. Ты мне скажи, везде ты побывала? Я это создал тоже для тебя. Я чудеса нарочно разбросал по свету, чтобы люди путешествовать могли, объехали за жизнь, чтоб всю планету, и показали детям чудеса Земли. Он ждал ответ мой, я молчала, глаза боялась на него поднять. Господь хмурел, а я не знала, как перед ним себя мне оправдать. От страха мое тело онемело, и очень робко я произнесла: «Прости, Господь, я как-то не успела. Работа, дом да неотложные дела, кредит на мебель, ипотека, да на работе каждый день завал. Казалось, что есть время для разбега, ведь рано ты меня к себе призвал». Ха. Ты не жила, а лишь существовала и посвятила свою жизнь вещам. Тебе всегда чего-то не хватало, хотя я многое для жизни вашей дал. Потратила ты жизнь свою впустую, детей ты также научила жить. Своим примером приучила жить вслепую. Не научила ты их жизнь свою ценить. Машина, мебель, деньги, ипотека, ты думаешь, все в гроб с собой возьмешь? Ведь жизнь всего одна у человека, ты ничего туда не заберешь. Уйдешь одна ты, глупая, нагая, и не познав, сколько чудес вокруг. Жизнь прожигаете, бумажки все считая, а наслаждаться ею все вам не досуг. Когда настало утро, я проснулась. Вокруг казалось все иным. Какое счастье! Я жива! Мой дом, мои родные рядом! Спасибо, Господи, что ты глаза открыл.